Котятки! Котятки, вы где? Мы здесь, пап! В комнате! Котятки, привет! Привет, пап! Я тут был на работе и размышлял. Вы уже взрослые, уже в школу ходите. Какую профессию вы хотите освоить? Да, кстати, интересный вопрос. Какую? Кем вы хотите стать, когда вырастете? Ага, давайте рассказывайте, а мы с мамой послушаем. Ну, я хочу, и может я первый. Давай, говори. Я хочу стать как папа. Работай на фабрике мороженого и есть всякие вкусняшки. Ой, здорово, работать на фабрике мороженого — это моя мечта. Каждый раз объедаться мороженого, это же здорово. Ну что, там готово мороженое, нет? Да, забирайте. Хорошо. Самая вкусная часть — это дегустация. Какая красота! Карамелька, а ты кем хочешь стать? Расскажи нам о своей профессии. А я хочу стать парикмахером. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Тук-тук-тук-тук. Кто там? Это я, тетя Дмитрия. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вам сделать? Постричь. Хорошо, мы постригаем. Заходите. Сколько волосиков у вас упало? А вам хвостик укоротить? Да. Хорошо, поворачивайтесь. Ну как, вы довольны? Нет. Почему? Слишком колёдки. Ну вы же сами просили. Детей, как вы, мои три любимые котятки. Мамочка, это так мило. Мы тебя тоже любим, мам. Да-да-да, мы тебя очень любим. А ты, папа? Ты мечтал что, тоже работать на фабрике мороженого? Вообще-то нет. А я всегда мечтал быть кололазом. Лазить по высотам, но мой живот мне не давал. Я, к сожалению, люблю покушать. Смешно ты, пап! Здорово! Ну что, дорогие, а кем вы хотели стать в жизни, а? Расскажите нам свои истории в комментариях. И не забывайте подписываться на наш канал. Вот сюда. И еще ставить лайки. Всем пока! И с вами была семья Три Кота! И одна кошечка!
уже кошечка.